Всем привет! Сегодня у нас опять Brawl Stars. Я вам покажу, как играть в Brawl на компе. Проверим, удобнее или нет. Еще мы задонатим. Будем открывать мега-ящики. Попробуем выбить какого-нибудь персонажа. И, конечно, поиграем в Brawl Stars. Затащим пару игр. Круто, круто! Давай скорее донатить. Я буду нубик-донатер. Нет, нубик, начнем с теста на компе, а потом донат. Ну хорошо. А зачем играть в Brawl Stars на компьютере? Есть же телефон и iPad. Хочу попробовать. Вдруг мышкой играть удобней. Давай пробовать. Чтобы установить Brawl на комп, нужен эмулятор. Их много разных, но я выбрал вот этот. Называется BlueStacks. Ссылку на него я оставлю в описании. Он, кстати, бесплатный. Вот так он выглядит. Короче, это как будто Android смартфон. Но на компе. И я уже установил на него Brawl Stars. Костя, ну давай уже пробовать. Интересно же ведь. Уже запускаю. Ура, ура. Сейчас посмотрим. Поиграем в захват кристаллов. Тут у меня аккаунт, правда, не прокачанный. Ну что, удобно? Даже не знаю. Немного непривычно. Но в принципе прикольно. Мне кажется, что если потренироваться, то может даже на компе удобней. Но я не знаю пока. То есть что? Это лайфхак? И можно всех так побеждать? Да, думаю, многие так и играют. Ух ты, это круто. Наверное. Кстати, я пытался установить сюда взломку, но почему-то не получилось. Может, на эмуляторе она не работает? Не знаю. Костя, давай уже донатить. Давай, а? Да, конечно, давай. Напомню, для тех, кто не знает, у меня два аккаунта. На одном 5300 кубков. Тут я играю без доната. И вот такие персонажи здесь. Еще есть второй аккаунт. На нем больше 2000 кубков. Тут я задонатил Фрэнка со скином. Крутой. И моего любимого Леона. Он тоже со скином. Ага, Леон крутой. Он мне нравится. Очень. Это будет мой самый большой донат. 3700. Надеюсь, не зря. Ого себе. Вот, почти 1000 гемов. Вау. Будем открывать мега-ящики. Должно хватить на 12 штук. Хоть бы кто-нибудь крутой попался. Например, Ворон. Да, было бы очень круто. Напишите в комментах, как думаете, выбью нового персонажа или нет? Если не выбьем, то я очень-очень расстроюсь. Нубик, даже если не выбьем, все равно очень сильно аккаунт прокачаем. Что тоже прикольно. Ну хорошо, давай, начинай. Начинаем. Монетки и очки силы. Пока так себе. Да не, нам повезет. Это точно. Я надеюсь. Идем дальше. Ну что? Опять все стандартно. Жалько. Открываем третий мегаящик. Монетки. Очки силы. О, отлично. 11 гемов. Уже чуть лучше. Ага. Четвертый мегаящик. Класс, 6 предметов. Значит, будет перс. Ой. Кто же это будет? Супер. Это Пайпер. Хотел ее. Ой. Тетка королева. Повезло. Еще и 9 гемов. Кристаллики надо. Это был крутой ящик. Надеюсь, еще будут такие. Открываем пятый. Тут, к сожалению, персонажа не будет. Ну вот, печалькова. Отлично, удвоитель жетонов. Это хорошо. Ага, хорошо. Открываем шестой. Перса тоже не будет. Все стандартно. Это плохо. Может, в следующем? Я надеюсь. Нет. 5 предметов. Значит, персонажа не будет. Ну что ж такое-то, а? Нам нужен Ворон. Да, я Ворона тоже очень хочу. Супер! 6 предметов. Значит, кто-то будет. Хоть бы Ворон, хоть бы. Нет, это Биби. Но это тоже очень-очень круто. Ух ты, какой прикольный. Ну или какая, я не знать. Ага, это прям супер. И еще 17 гемов. Пока все очень неплохо. Уже 2 перса. Надеюсь, будет еще. И я тоже. Так, тут 5 предметов. Значит, все стандартно.
стандартно. Но очки сил нам тоже нужны. Всех прокачаем. Ага, хоть бы еще кто-нибудь. Так хочется. Прикольно, еще удвоитель и гемы. Но нам нужен ворон. О, смотрите, 6 предметов. Значит, будет персонаж. Кто же? Это Пенни. Не лучший вариант, но тоже круто. Это прям неплохо. Надеюсь, будет еще кто-нибудь. Ага, круть. Все лучше, чем я думал. 3 новых персонажа. Все, закончились гемы. Как-то быстро. Жалько. Но зато 3 новых персонажа. Пенни. Вау. Пайпер. Крутая. Билли. Тоже круть. А теперь давайте их протестируем. Буду, как всегда, играть с папой. Давайте, я знать, вы всех затащите. Точно. Но это не точно. Всем привет, я папа Кости. На Кокотюбе первый раз. Обычно мы на Кокоплей вместе снимаемся. Так что заходите на Кокоплей. Так, ну что, давайте сначала начнем с прокачки, да? Да. Мы сейчас всех качнем. Начнем, конечно же, с Леона. Своего любимого вперед. У него 6-я сила. Нормально. Чуть-чуть у него будет. Сразу, да, была вообще маленькая. Я до пассивок. До пассивок далеко еще нам. Сейчас мы всех качнем и протестируем их. Пайпер. Кто у тебя еще кого-нибудь нормально было? Мортис. Мортиса давай. Мифический. Мифик. Норм. Не так уж и много. Мне показалось, когда донатили, что побольше было сил. Так, значит, Розу. Розу. Поко. Пока. О, Пока, по-моему, 2 раза смог, да? Ну, 6 силы добил. Ну, у тебя теперь прямо Хоськи аккаунт. Барли. Донатерский, но крутой. Так, ладно, давай, короче, это в следующий раз, а то мы сейчас занудим. Я хочу хотя бы одного посмотреть. Давай, кого-нибудь. Шелли. Она мне жесткая. 6-я сила. Ну, неплохо. Да, спасибо всех скоро. Так, начинаем с чего мы? Так, значит, я Биби должен... Давай, бери Биби, и мы пойдем в кристаллы. Кристаллы. Готов? Я готов. Костя... Сейчас всех растащим. Костя будет первый раз играть, поэтому не факт, что растащим, но на плей мы тащим. Надеюсь, сейчас затащим. Да. Гоу. Кто против нас? А, вот все. Да, у Костя иногда интернет потупливает, но ничего страшного. Смотри, у меня штучка, как и у пассивок. Ага. Пассивки нету. Может, там какие-то суперсилы? Я просто про нее вообще ничего не знаю. Нет, просто такое появляется, когда пассивки есть. Сразу тебе говорю. Я много видел, где пассивки. Странно, почему? Нам напишут, откуда эта штучка. Угу. Может, у него какая-нибудь суперспособность есть просто, в принципе? Не факт. Ой, я сейчас что-то мы пока нубим, да. Мы очень много разговариваем не о том, чем надо, и нубим. Так. У нас еще неудачный парень. Этот бросальщик бомб, он как бы не самый лучший. В этом режиме. Коська, учись играть новыми персами. Мне не привычно, что у меня штучка, а попасила. Ага. Можно что-то делать? Нам напишут в комментах. Мы просто за Биби первый раз сегодня у нас. Ни у меня, ни у Кости нету. Да, я единственный. Я очень хотел посмотреть Биби. Так, что у тебя с кристаллами? У тебя 4? Ай-яй-яй. Что-то я не могу. Да, аккуратненько. Ой, я сейчас могу. Да, тяжело. Тяжело, очень тяжело. Я сейчас умру, я отступаю. У меня отобрали 2 кристалла. Я иду, ой, нет, я лучше не пойду, не тебя забрал, и меня убили. Я видел. Пацан, давай иди. Да что он отошел? Он испугался, потому что медведь шел злобный. Я медведя убил, я отомстил за тебя. Так, значит, подбирайся. Мы пытаемся, Костя, тут очень все тяжело. Так, у меня 2 кристалла. Тут прям адски тяжело. Так, тут кто-нибудь есть в кустах? Медведь идет. Аккуратно на нас идет медведь. Ой. Есть, я кого-то раз. Я собрал его кристаллы и умер. Там у меня было очень много кристаллов. А, это враг, я видел, да, я причем думал, что это наш парень. Вот, загоняем его. Загоняй, Костя, он на тебя идет. Забираю у него все. А, я не могу его убить. Все наше, защищайте меня. Ай, меня. Тебя, да. У меня 60 жизней. Есть, нормально, отступай ко мне. Нет, ко мне не иди, тут бомбы летят. Ой, медведь идет, аккуратно. Медвежонок. Медведь, мы тащим. Ура. Не иди. 2, 1. Держите. Есть. А я им хотел пузырем запустить. Ну, не зря задонатили. Я звездный игрок, но Билли тащил. Нет. Или тащила. Это девочка или мальчик? Да, это девочка. Что, не видно? Ну, я не знаю, но есть такие мальчики полуаниме какие-то. И у тебя удвоитель, смотри, сколько у тебя сразу монет. 60. И у меня... О, сейчас у меня будет звук. Сейчас кто-нибудь из эпических. А ну давай съемку. Кто-нибудь 1000. Невероятный, нет? Так, теперь пошли в столкновение. И ты бери Пайпер.
Пайпер. А я останусь медведем, наверное. Там нет, медведь. Сейчас я подумаю. Медведь или Кольт? Медведь или Кольт? Кстати, я их чуть подкачал. Медведь или Кольт? Коська. Ладно, я медведем два остаюсь. Кубка. Целых два кубка на пайпер. Ну что, вперед? Да. Гоу. Ну, сейчас, если мы еще и в парном затащим, то донат был не зря. Это точно. Ну, хотя бы топ-2. Пишите, как думаете, затащим, нет? Топ-2. Так, сундуки. Коська, ты первый раз, да, пайпер играешь? Унстук. Унстук раз. Потому что друзей когда-нибудь играл. За мной. А я помню, у кого у друзей играл когда-то. Тут плохие люди, ты меня должен спасти. Ой, отступай, ты что так близко к ней? Мне нельзя так близко. Да, я знаю. Я ее хоть разнес, и она меня разнесла. Враг. Мы друг друга разнесли. Вот там. Она такое ощущение, что специально там стоит. Да, я иногда прикалываюсь, как будто у меня интернет. А мы сейчас проверим, да. Ах ты жук какая. Кстати, прикольно, мы друг друга разнесли. Ага. А знаешь, что тут пальчик появилась, которая сейчас умрет. Отлично, если ты всадила, на что же мы ж убили ее. Аккуратно, ступаем, хоть ну их нафиг. Нате вам медведя, все, я не знаю, кто вы. Кто вы такие? Ну я еще покоцаю чуть-чуть. Окей. Держи. Здравствуйте. Близко, пока. Близко. Это было круто. Я не забыл, что у тебя такая штука. Я ее растащил. Молодец. А где эта подруга ее? Она вот тут прячется. Эй, подруга, выходи. Подруга, выходи. Вон она. Ну, пока нормально мы. И Пайпер молодец. Три команды осталось. Смотри, там панда. Скин. Смотри, давай эту. Они сейчас вдвоем выйдут. Пошли, отступаем вниз, Кость. Отступаем вниз. Ты отстреливайся, у тебя же ты же супер снайпер. Да, конечно. Так, три команды осталось, мы держимся. Мне тяжело. У медведя 12 ачивок, видел? 12 с ним бороться. Надежда тоже. Ну, еще у него в команде Рико. Рико, да, все плохо. Рикошетик. Вон он, я вижу. Во. Пайпер, убегай. Но все равно неплохо. Я же сказал, хотя бы второе да, место. Да, не, ну топ-2 это вообще класс. Еще одну игру будем играть? И ты качнул. Да, давай можешь Пенни выбрать. У нас новая Пенни ж третья. Да, я как раз хочу всех персонажей. Так, только давай в кристаллы. Окей. Сколько будет за Пайпер посмотреть, как она в кристаллах, да? Да, надо будет третий раз затащить. Да, третий раз затащим, и мы вообще молодцы. Мы молодцы, так. И будем выпрашивать лайки. У нас клянчить и требовать. У нас Дэрил. Да, Коська, смотри, тебе в ближний бой не надо, ты знаешь. И у тебя крутая ульта, ты должен ее офигенно пользоваться, да. И разносить их всех. Так, мне надо ульту набить. Пока мы начали неплохо. Эй, Шелли, ты куда? Да, она сейчас там выскочит к тебе. Что туда к тебе выскочит. Опа, пока. А, привет. Не бросающиеся ребята. Я почти убил, у меня было 100 жизней. Нормально, мы тащим. Ой, больно, мне больно, очень больно. Кольт все забрал. Молодец, я видел, это был снайперский выстрел. Да, я прям прицелился. А, привет, Кольт. Еще раз. Так, что такое? Я отомщу, не бойся. Так. Я за тебя отомщу. Есть, я отомстил за тебя. Красавчик. Но меня сейчас убьет нехорошая тетя. Какая? Но медведь затащил. У нас медведь выиграл. Так, у нас и кристаллы, норм. Почти. Я к ним сейчас приду. Здоров, Кольт. Как дела? Лови медведя. Мне кажется, они вот так слетели. Потому что я его сейчас разнесу. Ага, я на него иду. Аккуратно, они же появятся, по ним стрелять нельзя. Убегай, Коська. Убегай. Ульты нету, если что, слетай. У меня ульта. Слетай, если что. Ай-яй-яй, улетаем. Отлично. Все, беги дальше. Я стрелять буду назад. Да мы уже набрали очень много. Нам так, хватит. У меня 4 кристалла, я прячусь и все набрали. Да, у меня 6, я тоже отступаю. Мы с тобой вдвоем держим банк. 7, 6. Ой, враги тут, Кося. Медведя, Надя. У меня ульта. Улетай. Подожди. Отлично. Дай 5. Ну как мы? 3 победы. Ну почти победы. Нормально. Ну это было круто. Донат был не зря. Нормально. Ты рад донату? Мне теперь эти пишут. Ну все, наверное, на этом мы видео и подытожим, да? Угу. Кстати, я с другом договорился, кто первый пайпер будет. И ты победил. Да. Все, давайте, всем пока, Коська, попрощайся. Всем пока. И ждем вас на канале Кокаплей, я там часто. Я нубик, голова кубик, руки, крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить. Немножко туплю, но вас люблю смешить. Ты не ленись и подпишись. Лайк мне поставь и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе. И я буду...